Алексей Филиппов, исполнительный директор компании «Ярос ЛТД». Наша компания – первый российский производитель банковского оборудования, банковских посттерминалов, пин-падов. В этом году, поскольку выставка посвящена банковскому самообслуживанию, мы решили на своем стенде выставить наши технологии разработки, посвященные именно для систем самообслуживания. Самая главная новинка, которую мы хотели оставить для выставки «Картос» во Франции, это первый российский, да, и в принципе практически первый в мире бесконтактный терминал, который позволяет принимать карточки PayPass, PayWave и прочие бесконтактные технологии. Майфер, например, идеально подходит для устройств самообслуживания, билетных систем, вендинга. Также представлена новинка Ярос P2100. Это пин-пад, самое бюджетное устройство для автоматизации приема банковских карточек на вендинговых аппаратах, платежных терминалах, билетных системах. И непосредственно у нас также представлен на стенде новый посттерминал, также российской разработки, скоро планируем начать его производство. Это линейка Ярос T5000. Это новый посттерминал, созданный с учетом всех замечаний и доработок от наших клиентов, которые к нам поступили. Он обладает уже сенсорным цветным экраном, обладает дополнительными функциями, как сканер штрих-кода, как прием бесконтактных карт и прочие преимущества, которые попросили реализовать наши клиенты. В этом году понравился состав спикеров, потому что в этом году было много представлено именно сотрудников, руководителей департаментов банков, потому что если раньше выступали много представителей компаний, именно сам банковский сектор, что позволяет для себя выработать стратегии развития, понять, что интересно именно банкам, как банки планируют развиваться, как банки развиваются.